Всем привет, ребята! Надеюсь, вы рады о моем достаточно скором появлении на канале, так как обычно видео выходят раз в месяц, в лучшем случае раз в 3 недели, раз в 2 недели, а сейчас, по-моему, влог прошлый выложен неделю назад. Просто захотелось очень снять видео о покупках из зоомагазина, так как мы только что пришли из зоомагазина. Ходили мы в зоомагазин Доктор Вет, все покупки осуществились именно там. Вот здесь в мешочке есть вещи, а также есть 2 вещи, самые дорогие, собственно, которые послужили такой огромной сумме, которую мы потратили, 80 рублей. Это корм от фирмы Breed Premium. Здесь 3 килограмма, он с ягненком и рисом, состав там где-то был на русском. В общем-то, состав нормальный. Состав нормальный. Хотела бы на Бриткея перевести, но Бриткея не было. Мне продавец сказал, что, в принципе, они сильны. Качество их практически одинаковое. Вообще, внимание, где-то там смс-ка пришла. Вот на русском, но не хочет фокусировать, к сожалению, камера. Брит премиум, 3 килограмма. Тут я не обратила внимания сначала на надпись «подарок». Я подумала, что подарок — это что, цена всего 29 рублей, хотя обычно около 32 рублей. 3 килограмма стоит. Ну, то есть я подумала, ну, ладно. Оказалось, что подарок — это кое-что, что вы увидите чуть позже. А следующая вещь, которая соответствовала такой огромной цене, это был гамак. Он от фирмы Best Taste. Это автогамак, ну и автогамак — это такая подстилка на заднее сиденье, чтобы собака не пачкала шерстью, чтобы собаке было удобнее лежать, чтобы не пачкала шерстью в салон автомобиля. И, собственно, можно привязать в этом гамаке. Он голубого цвета, ну, даже не голубого, а серого. Вот можете посмотреть, как его правильно закрепить, кому интересно. Фирма ВБСТ, самая любимая просто фирма моя. Самая качественная, как по-моему. Вот такой вот он огромный. Тут Мишка сидит. Вот здесь, собственно, вот такая вот штучка, чтобы привязать собачку можно было. Как он работает? Вот первая часть до вот этих липучек. Это на сиденьях. Вот это вот сверху сиденье. Здесь вот можно пристежки достать. Это стандартный автомобиль. Он такого серого цвета, с другой стороны такого вот. Вот здесь такие вот штучки с каждого угла. И там вот еще резиночки, чтобы пристегнуть. А внутри, где пристежки, такая есть дырка, вы знаете, наверное, у кого есть машина. То есть между салоном, ну, сиденьями и между задней стенкой. Вот такие вот штучки, чтобы туда вот только впихнуть. Чтобы гамак ваш не выскальзывал. Ну, не гамак, а такая подстилка. Продавец сказал, что это называется попона. Но мне кажется, попона — это как бы у меня большая ассоциация с костюмом для собак попона. Вот. Такой огромный-огромный гамак. Типа гамак. Миша пришла, потому что она знает, что там есть кое-что для нее. Давайте мы перейдем к пакету. Я буду доставать по очереди и как бы показывать вам. Буду что-нибудь доставать, что-нибудь показывать. Так, наугад буду доставать. Не наугад, а просто, в общем-то. Консерва от фирмы Брит со вкусом сердца и печени. Для собак всех пород. Это как раз-таки был подарок. Абсолютно бесплатно. Она стоит, на самом деле, 5-7 рублей где-то. Она есть в продаже там. Но, конечно, цена, конечно, подарок, что круто очень. Что дали, срок годности я проверила, он еще не сошел, все нормально. Здесь 850 грамм, вот. Консерва большая, состав отличный. Сердце говяжье, печень говяжья, субпродукты мясные, морковь, жирирующие добавки, растительное масло, злаки, соль, вода. Единственное, что мне здесь не нравится, это злаки, но они на предпоследнем месте, так что, в принципе, нормально. Следующее, это были лакомства. От фирмы Royal Canin, здесь 50 грамм. Лакомства достаточно не с очень хорошим составом. Но они удобные, мелкие такие, чтобы давать во время дрессировки. Я хотела Цинал посмотреть, но Цинал там был только для кошек. Мелкие такие, чтобы на прогулки давать. Чтобы не нарезать, а так просто. Состав, кому интересно почитать, не очень хороший. Фирма — это Royal Canin. Естественно, российское производство, французского Royal Canin уже нету. Это просто пакетик был тут внутри. Давайте еще одну маленькую вещь. Потом самое большое, что там лежит, посмотрим. От фирмы Animonde. Это консерва со вкусом лосося и креветок. Конечно же, это для Мишки. Когда мы узнали о вот этой огромной консерве, мама сразу такая, ну, типа подумала, что надо же Мишке взять. Я такая, тоже надо Мишке взять. Миша, она обожает разные консервы. Миша.
Видите, обожают консервы все. Состав здесь самый просто прекрасный. По-моему, анемоны самая лучшая консерва для кошек. Здесь состав 42% мяса и мясных продуктов, домашней птицы, свинина, рыбы и рыбные продукты, 15% лосося, моллюски и ракообразные, 6% креветок, минералы, даже сладкие. Здесь 100 грамм стоил на где-то 2 рубля 70 копеек. Вот. Аня сказала, наверное, что ралканевские лакомства стоили около рубля 60 копеек вроде бы. Следующая это фирма Trixie. Самое большое и последнее на сегодня. Ой, вывалилось все. Ладно. Это набор за 13 рублей. По-моему, да, 13 рублей 66 копеек. Здесь три щетки паста. Что здесь в наборе? Ну, вы поняли, три щетки и паста. Здесь просто детали продуманы. Такие вот милые-милые косточки. Ну, в смысле лапки. Для большой пасти собачек и для маленькой. Либо и кошечек. Вот такой вот есть напалечник с жестким, ну, мягким таким морсом, как бы, чтобы чистить зубки. И массажер. Я очень давно хотела вот такой массажер. Мы взяли щетками, потому что так было дешевле, чем отдельно пасту брать. Паста отдельно 16 рублей, а в наборе 13,66. Не знаю в чем. Где логика, ребят, объясните. Эти фирмы там тоже Trixie. Паста. Вот. У нас не было щеток для собак, именно для кошек, ну, специальных. У нас были детские щеточки. У Тошки и детская у Мишки. Ну, теперь вот это будет точно щеточка и Мишки. Ну, наверное, здесь Мишка, тут Тошка. Хотя у нас есть еще детские щетки, не знаю, придумаю. Самое главное, вот на пальчике, не знаю, вот этот очень удобно сидит. Массажер тут, не знаю, вот этот. А массажер не так удобно, но посмотрим, как я буду чистить. Фирма пасты Trixie, здесь 100 миллилитров, ой, 100 грамм, вот. Вы, наверное, уже слышите по голосу, как я рада, что покупками я безумно довольна. Покупки все были очень нужные, очень важные. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Мишка! Ну зачем? Зачем ты сидишь на контейнерах? Там улитки. Зачем? Всем пока!